Добрый день, дорогие друзья, добро пожаловать в Одиссею. Перед тем, как мы поговорим со стариком, надо убедиться, знаете в чем? В том, что не нападут свиньи. Почему они должны напасть? Я не знаю почему. Но это постоянно происходит. Вот, пожалуйста, он идет, смотри. Пришло. Ну что, давай, иди сюда. Давай, чё? Так, слышишь? Их же можно... А где криты, не понял? Ну? Дед, я знаю, как сражаться со свиньями. Не учи меня. О! Критануло. Помоги мне! Наемник! Наемник, хорош! Хорош! Прикол в том, что если свиньи его... Если свиньи его убьют... Помогите! Слушай, хорош! Смотри, что творят! Тут и наемник, и афинские солдаты пришли. Все? Все нормально? Господа, благодарю вас за помощь в отбитии атак свиней. Так, а что за наемник-то? Куда? Подожди! Да... Я тут, я тут. Все, теперь все нормально. Что за дичь иногда в этой игре происходит? Я в шоке. Все, теперь... А куда идем-то? Надо разговаривать надо. Дыши, старик. Нормально все. Мальчик, он невредим? Жив? Все нормально. Я не дам причинить ему вреда. Хотя иногда и хочется задушить его. Арда сможет устроить настоящее испытание воли. Я хочу знать, как попасть в лабиринт. Арда сказал, ты поможешь. Я знаю одно. Там лишь смерть. Ну, там же Минотавр. Почему все сбежали из лабиринта? Должно быть, что-то случилось. Минотавр случился. Я не пошел внутрь. Я не глупец. Никиус просил приглядеть за мальчиком. Я был снаружи. И молился, но я слышал Минотавра. Двое вернулись, но Никиус... Никиус не вернулся, да. Ардас говорит, его отец в лабиринте. Это так? А может быть жив? Да. Он не вернулся. А те, кто вышел, никогда не обретут покой. Что такое? А? Ардас говорит, ты не хочешь рассказывать о его отце. Опять свинья. Как можно сказать мальчику, что человек, которым он гордился, его отец мертв? В память о Никиусе я не позволю его сыну войти в это проклятое место. Так, свинья ушла. Зачем им бить тебя? Уцелевшие бежали от Минотавра и оставили диск. Ключ к лабиринту. Я взял его. Это ключ. Тогда при чем здесь Ардас? Диск у него. Он его украл. А вот как. Я рассказал им об этом. Они пытали меня вместе. Я держался как мог. Я подвел его. Подводил все эти годы. Люди, что пытали тебя, члены могущественного культа. Они и не таких сокрушали. Тебе стоит помириться с Ардасом. Он смышлен, но ему нужен кто-то, кто бы присмотрел за ним. Семья. Нужен ты. Он и видеть меня не хочет, Мисти.
не сдавайся. Насчет диска. Ардас не знает, для чего он мести. С его помощью можно открыть лабиринт. Позаботься о нем. Не беспокойся. Прошу Ардаса, говорит ли старик правду? Верно, это часть доспеха Тесея. Красиво. Так, что там по свиньям-то? Они все ушли? Потому что тут, я помню, тут три свиньи было. Две желтых и одна коричневая. Точнее, кабаны. А, вот. Вон там свинья. Подожди. Я боюсь, что эта свинья нападет на деда. Алло. Свин. Ну-ка. Давай, давай, давай. Иди сюда, иди сюда, иди сюда. В смысле? Где криты? Не понял. А что такое? Куда мы побежали? Ты куда? На деда нападать, что ли, побежал? Ага, а чё это мы? А чё это мы сразу... Кританула, смотри. На тебя. Ой, тяжко с ними. Вон дед идет. Тут что-то как-то вообще так туманно. А это кто? Это кто там идет? Так. Ну теперь, я думаю, можно сохраниться. Теперь... Что теперь? В поисках ответов. Ага. Это надо идти к лабиринту, да? Я вот не понимаю, а как же тогда с Минотавром сражаться? Если... Если свинью не победить, то Минотавра... Со сфинксом-то еще ладно, там загадки разгадывать надо. Хорошо, что к лабиринту можно еще как-то переместиться. Надо тут птицу найти. Она тут рядом. Хотя, наверное, не надо, тут и так, вон, не так-то далеко бежать до этого лабиринта. Так, лось тут какой-то ходит. Ты! Что бы это ни было, я не крал. Твой опекун сказал, что ты... Ух ты, он хоть что-то сказал? А об отце говорил? Нет, не сказал, но... А собиратель? Сказал, ты похож на отца. Правда?
Это здорово. Так, твой опекун сказал, что ты... Стоп! А рыба-меч? Он что сказал? Ты ведь нашел его? Но он рассказал, как использовать диск. Сказал, что ключ нужно поместить в Стеллу. О, я знаю, где Стелла. Погоди. О каком ключе ты говоришь? Старик сказал, ты кое-что у него украл. Неправда. Постой. А что он имел в виду? Ключ к лабиринту. Диск. О! Ты про это, что ли? Всегда гадал, для чего он нужен. Рыба-меч сказал, что в Стелле есть отверстие для диска. О, так что нам делать? Чтобы открыть вход в лабиринт, мы должны вставить диск в Стеллу. Потом займусь Минотавром. И папу моего тоже спасешь? Может быть. Постараемся. Я ведь обещал спасти его, не так ли? Ты лучший, Мистий. Мы скоро вернемся, оглянуться не успеешь. Пойдем ко входу и используем диск. Похоже, часть доспеха Тесея. Вот только смогу ли я победить Минотавра? И может быть, Минотавр там не один, может быть, там еще какие-то враги есть. А, это погоди, это все прям доспехи Тесея? Прям целый комплект, что ли? Уже скоро 24 уровень. Любопытно. Так, ну, это понятно. Такой танковитый, короче. А вот танковитый доспех 29-го, да? Нет? Наручи Тесея. На рукавице 15% крит урона. Ну, это, кстати, да, это хорошая штука. А это? А эти, которые сейчас 10% крит урона. Еще 2 к шансу крит удара. Ну, вот этот старый доспех, конечно, это уже просто смешно. Но он, понимаете, 10 крит урона все-таки. Тут 10 крит урона, тут 10 крит урона, тут 5. В итоге это все накапливается, и такие криты вылетают. Больные, ну. Так. А задание 29, то есть 6 уровней разница. Сороковой уровень. А, то есть 7 уровней разница будет. Чувствую, это задание выполнить не получится, но попробуем. Что это? Исследуйте. Малака! Это правда! О, боги! Нить, что помогла Тесею выбраться из лабиринта. Куда она ведет? А где нить?
А, вот она, вижу. Не понял. Зверь был в ярости. Должно быть Никиос. Кольцо можно отдать Ардесу. Это Никиос? Так, надо почитать про кольцо, подожди. Фамильное кольцо. Значит, Никиус все-таки мертв. Не понял, а где нить? Куда нить делась? Я нитку не вижу. Это еще темно, так ничего не видно. Не понял. Почему нить обрывается здесь? А, ну да. Очень странно. Ну ладно. Не, нитки нет, это все равно странно очень. Это очень странно. Ага, то есть я иду все-таки правильно, да? Черепки. Да, в итоге я правильно иду. Что как бы удивительно. Тут нельзя сохраняться. Серьезно. Тут нельзя сохраняться. Да ладно. Реально Минотавр. Так я ему, наверное, урон-то не нанесу. Или... Я уже думал, уклоняться надо. Минотавр. Какой-то серьезный прям босс, да? И началось. Я ему ничего не наношу. Вообще. Да-да. Я рановато сюда пришел. В итоге я решил продолжать проходить основную историю игры. Потому что, ну, у этого задания, да, у основного 31 уровень, а у Минотавра 40 уровень. 40-й. Итак, Алексиусу нужно встретиться с Мирин в деревне Гефион. В общем-то, вот она, деревня-то. Приготовить концы!
Песике корифе, на песике корифе, на песике корифе, сенорие. Лакония, долина воинов. Так, охраняемся. Алексиос! Алексиос! Николаус там остался, но его уже нет, и я не знаю. Тогда пойдем узнаем. Конечно. Но я хочу кое-что тебе показать. Так, сохраняемся. Ну, я так пешком пойду. Я думаю, идти явно недалеко. Вот только куда? От них не скрыться, как бы далеко я ни убегал. Знаю. Наксос помогал мне забыть. Там я будто заперла спокойно и бросила на самое дно ноги. А ты положила туда воспоминания о нас? О, это кто-то спартанские? Да, это спартанские воины. Так уж и близко идти, оказывается. Смотри-ка. Если сейчас будет сражение, ничего опять же не выйдет из-за уровня. Подожди. Подожди. Хотя... Она же хорошо сражается.
Они меня сожрут. Ну-ка давай. О! Так, а сначала знак того, что атака идет. Не надо вот этого. Надо помочь все-таки. Попытаться. Я не могу пройти мимо. Я им помогу. Помощь! Нет, я не чувствую. Какие, а? Папа? Я не твой отец. Я не твой отец. Он бы тобой гордился. Я не хотел на него кричать. Я злился. Я не хотел. Он умер с честью. Его смерть была напрасна. Что ты здесь делаешь? Я помог им драться с волками. Дети были в беде, я хотел им помочь. Неправда! Не лги мне, мальчик! Неужели тебе не стыдно? А ты... Дети будут слабее из-за тебя. Армия Спарты будет слабее из-за тебя. Тебя следует убить. Ты в порядке?
Что случилось? Я не мог стоять и смотреть. Агоге делает из мальчиков мужей. Таков путь солдата в Спарте. Вмешавшись, ты лишь сделал их слабее. Какой будет толк, если они умрут? Алексиос, оглянись. Здесь не Кефалиния или Наксос. Это Спарта. Нарушать ее законы сродни смерти. Поверь, мама, я знаю, что бывает, если идешь против Спарты. Все, пойдем домой. Это бесчеловечно. Вовсе нет. Эффективно. Лучшие станут криптиями, защитниками, ночными охотниками. Охотниками? Спарта не меняется неспроста. У нас есть строгие правила. Спарта правит Лаконией, но живут здесь в основном илоты. Рабы, что работают в полях и на рудниках. Рабы? Они это терпят? Я что-то не понял. Так, а что, переиграть или как? Вот непонятно. Просто это какая-то дичь. Так, а если, допустим, с ней согласиться? Ты права. Им это нужно. Агоге делает из мальчиков мужей. Вмешавшись, ты лишь ослабишь их и Спарту. Они не помогут Спарте, если умрут. Они ничто для Спарты, если не могут убить волка. Идем. Пора домой. Так, давайте посмотрим, а чем же эта битва закончится? Побеждает, смотри-ка. Еще одного победил. Он побеждает. Он их побеждает. Он победил всех, кроме четвертого волка, и тот волк ушел. И что теперь будет? Я так понимаю, сражение дальше не пойдет, да? Ну да, получается, что так. Это бесчеловечно. Вовсе нет. Эффективно. Лучшие станут криптиями, защитниками, ночными охотниками. Охотниками? Спарта не меняется неспроста. У нас есть строгие правила. Спарта правит Лаконией, но живут здесь в основном илоты. Рабы, что работают в полях и на рудниках. Рабы? Они это терпят? Наши поля кормят их, а солдаты защищают. Сначала от персов, а теперь от Афинян. Если они забываются... Не думал, что снова окажусь в Спарте. Бушует война, а она выглядит такой мирной. Ясно. Люди на многое идут ради покоя. Да, но не все. Так, и куда? А, да, это тот дом, смотри. Нигде мне не было так спокойно, как здесь.
Неужто глаза обманывают меня? Рад тебя видеть, Брасид. Много воды утекло с тех пор, как я спас тебя в Коринфе. Я помню другое. Хорошо выглядишь, Брасид. Значит, слухи не врут. Ты жива! Многие мертвецы на самом деле живы. Когда я узнал, что вы вернулись? Вернулись в Спарту, но не домой. Мы хотим вернуть свой дом, Брасид. Власти забрали его после того, как исчез Николаос. Дом передадут его приемному сыну, когда он вернется с войны. Стентеру? Зря я не убил его на берегу. Как нам вернуть дом? Вы должны убедить царей сделать вас гражданами Спарты. Это будет непросто. Почему? В отличие от меня, цари не будут вам рады. Особенно Архидам. Вы покинули Спарту не очень изящно. Не может забыть сломанный нос? Чего? Судя по всему, нет. Но я придумал, как помочь ему простить тебя. Ну же! Спартанские солдаты отдают оружие илотам. Тот, кто расправится с этими предателями, поможет царю. С чего вдруг спартанцы помогают илотам? Илотов в разы больше, чем граждан Спарты. Но у них нет лидера. Это крестьяне, слуги, подмастерья. Если кто-то сплотит их, вооружит и обучит, они станут угрозой. Ты сказал, что их вооружают солдаты. Поэтому действовать нужно быстро. Выясни, что происходит, и привлечешь внимание царей. Где эти спартанцы? Их видели в мраморной каменоломне Гарани, в лесу Еврота. Так, я найду солдат, и что? Спартанцы преданы командиру. Убьешь его, они разбегутся. А оружие? Уничтожь! Илоты опасны даже с лопатами и серпами. Не хватало еще давать им в руки мечи. Итак, чтобы вернуть дом, нужно убить спартанского командира, который пытается разжечь восстание. Вроде несложно. Буду ждать тебя в тронном зале. А ты куда? Здесь я вырастила тебя. Здесь же меня растил Леонид. Пойду в его гробницу, она прямо за домом. И ты первым делом должен почтить его память. Ладно. Лаконийский посох. 31 уровня. Так, а вот так. Задание-то хоть выполнено или чего? О, 24 уровень. Отлично. Так, какая будет гравировка? Какая? 6 урона воина, ну, тоже. Будто бы и неплохо, будто бы неплохо. Пепельный лук. Тоже 32 уровень. Серьезно. Ладно. Но уровень-то прокачивается, смотри. Прокачивается. Так. Врата Атлантиды. Уже 27-й, да? А как так понять? Врата Атлантиды 27-й уровень, а у Минотавра 40-й. И как вот это понимать? Вот как это понимать? Я не знаю, как это понимать. Так, где основное задание? Тридцать второй уровень. Так, найдите Брасида, поговорите с Мерин. Убейте предателя Спарты, уничтожьте стойки с оружием. 0 из 5. Северо-запад леса Еврота. Давайте сначала выполним разговорные задания, наверное. Или как? Или лучше сначала сразиться? Наверное, лучше сначала сразиться. Ну, не знаю, короче. Не знаю, сейчас посмотрим. Так, цари.
Где они? Мраморная каменоломня. Северо-запад лес. А где лес? А, лес. А тут Лаконь, это не маленькая. Гора. А я что-то лес вообще не вижу. Но вероятно, где-то вот. Где-то, может быть, здесь, конечно. Ну, давай тогда сейчас я... А, вот лес. Северо-запад. Это вот здесь, да? Ну, давай сбегаем. Так, это куда? Это короче, туда куда-то. Нет, подожди. Какое сбегаем-то? А синхронизацию кто будет делать? Вот синхронизацию сначала сделаем, потом сбегаем, посмотрим. Но что-то мне кажется, там такие уровни, что, ух, не получится. Но если не получится, тогда разговорные задания повыполняем. А дальше уже посмотрим. Но, скорее всего, придется дополнительные задания какие-то выполнять. Потому что разница в уровнях все больше и больше, и проходить игру в таком случае становится все невозможнее и невозможнее. Так, птица на самом верху, я так понял. Да, 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 да. А, нужно одного воина уничтожить и 5 стоек с оружием. Ага. Так, метка. А где метка-то? Метка пропала? Метка пропала, в смысле? Что это такое? Далеко. Ой-ой-ой. Тут далеко, прям в горах. Театр тут, да, у них? Да, театр. Так, ну ладно. Сейчас сбегаем. Естественно, сохранимся. Даже без этого. Медленно как-то. Что за ерунда? О, нормально. Нужно быть осторожным. Вот, вот, все. Сейчас Икара будем вызывать, да? Или что? Опаньки, опаньки. Мраморная каменоломня. Нашел. Стойки с оружием. Так. Нашел. А, это стойки с оружием? Похоже. Стоп. Тут что-то было? Посмотрим повнимательнее. Брасит говорил об этой каменоломне. Ага.
желтенькая. Узник. Тут уровни такие, что... О, это 32 уровень. Это вот с ним надо будет сразиться, да? Да. Ладно. Сейчас попробуем. Оружие должно быть где-то здесь. Я должен убить только одного спартанца. Остальных лучше не тревожить. А где... Ладно. Ладно. А как с ним сразиться-то один на один? Другие же тоже сражаться будут. Нужно убить их командира. Это вот он, да? Ой, 32-й левел. Да, это жестко. Вот это вот он, да? Так, а где оружейные вот эти вот штуки? Ну, в общем, это будет сложно, я чувствую. Значит, мы... Так, давай. Во-во-во-вот-вот-вот-вот. Отметим, кто где ходит. Да. И сейчас вот, наверное, надо будет еще разочек сохраниться, чтобы понять, как действовать дальше. Во, вот тут вот. Можно же, да? Да. Не знаю, теперь надо... Ой, там еще кто-то. Обалдеть, сколько их тут. Надо как-то сделать так, чтобы он сюда пошел. Эй. Правильно, правильно, иди сюда. В чем дело? Иди сюда, командир. Во, вот, 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 вот это надо. Так надо. Угу. Не души. Давай. Обычно совершенно дерется, да? Давай, 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 давай. Оп. А мы вот так. А мы вот так. Ну? Давай, давай, давай. Я жду. Хорош. Легкий вообще. Враг очень легкий. Потому что атаки вообще обычные самые. Ух ты, ты чё? Это что за дела такие? Я теперь критовать не могу. Yeah!
Еще держишься? Опаньки, крит выпал. Есть. Так, теперь сохраняемся, отходим. И надо оружие, да, ломать, искать. Не понял. Теперь попробуй найди, где у них эти штуки. А, можно обойти, в принципе. Но сейчас будет прям полный стелс, да? Я не вижу эти штуковины, если честно. Придется прям... спускаться вот отсюда. Так, ну сейчас будем смотреть понемножку. Вот стойка с оружием. Тихо. Сначала... Ого, золотая секира. Еще четыре. Хорош. Кстати, да, можно и сохраниться теперь. Золотая секира реально выпала. Так, а дальше что? Ну, то есть... Остальные-то где? Я их не вижу. Их будет сложно найти. И на этом данное видео завершается, дорогие друзья. Всем спасибо за просмотр и всем пока.